тоже сдвинулся. Вот около храма идет. Барабаша хозяйство. Лена, подойди сюда. Ерема. У тебя что, Алабай вчера сбежал? Его привязали, ты отвязал его? Ну все тогда, а то он может попасть куда не надо. Вот, пожалуйста. Как в деревне живут. Это вот с одного двора вышло. Все, вот он Алабай пошел. Не знаю, как тут закрепиться. Это вот пошел насчет бульдозериста говорить. Так, Лена, ты мне нужна. Значит, такое дело. Я с ним сейчас поговорил, он кофе пьет. А ему это вредно в такой. Значит, молока договорился. Хотя бы по пол-литре, 3 раза в день. Как-то сделать, чтобы оно холодненько было. Не знаю как. Ну, если можно. Мы должны понять, что он очень тяжелую работу делает, не вылазит. Молока. Я сейчас какое договорился. Какое время? Во сколько приносить нужно? Как это? Утром завтрак 7:30. Так. Обед? В обед мы сами обедаем там в 2. Где? Там? Да, на поле обедает, ему отнесут. Вы только на стол поставьте ему. Ну, можно даже записочку поставить там. И Никита относит, Никита со мной работает. А там в 9 у него ужин. Не 7:30 утром. Куда приносить-то? Ну где? Где? В гостиницу. А-а-а. В Саманной. Вот рядышком тут. Ну в 7 холодного не будет, молоко парное. Оставьте вечером, в холодильнике поставь, маленько остынет. Я говорил, парное, говорит, не пью. Я вчера говорил, он пьет кофе. Я даже испугался, не шефир ли он пьет. Он говорит, нет, я шефиром не балуюсь. Представь, целый день, вот эта трясучка, он вчера 11,5 часов чистых наработал. Ну, много сделали. Зачем он ездит, Игнат Тихонович, оттуда сюда каждый раз? А, вот она рядом, потому что. Совсем рядом. А машину идти пешком, пешком его не утащишь. Кого не утащишь? Ну, бульдозерист, еще он пойдет пешком-то. И надо машина, чтобы подъезжала, уезжала. В прошлом году Сергей Пупков ездил. А кого я сегодня возьму? Ты не забудь, сегодня едут мама в Шальшино за досками. Если Господь благословит, сегодня первый мостик загрузим, мгновенно мне, чтобы был транспорт, чтобы отвезти необходимый на второй мостик. Мы с тобой договорились. Угу. Да? Игорь? А на велосипеде? Ну, насчет того, когда мы будем делать. Это с Рыжковского захватить и приехать в лагерю, остатки захватить, материал на второй мостик. Нам же перегородки делать. Ладно. Иначе никак. Ну, все тогда.